двуспальной на Панганне, недалеко от района Тонг-Сала. Отличная здесь терраса, крытая, с вентилятором, просто супер. Делаю еще, кстати, специально обзор виллы 18, она находится, это Garden Villa, и она стоит чуть дешевле, чем вот Mountain Villa, которые 19, 20, 21, 22, в которых как будто бы вид должен быть лучше. Из-за этого они стоят дороже. Но здесь мне тоже вид нравится. И вообще мне нравится именно эта вилла из всех вилл, которые называются Garden. Вот, потому что она чуть дальше от бассейна. Ну и вообще просто здесь, мне кажется, вид лучше и продувается хорошо относительно именно вилл Garden. Так, холодильник, плита газовая, микроволновка, все новое, все очень-очень прикольно, посуда, чайник, ножи, все на уровне. Мне, да, вот посмотрите, все всякие вот эти вот вилки, ложки, вот они здесь находятся, тарелки, стаканчики, телевизор, большой диван, вентилятор, розетки. Так, и у нас здесь большая спальня, точнее не большая спальня, просто спальня с большой кроватью, с светильниками, с кондером, со шкафом, с туалетным столиком. Заходим в санузел. Здесь все хорошо. Есть москитные сетки даже. Все, ванна есть. Классно. Все супер. Так, и еще одна спальня. Ну, вот она здесь. Есть у нас шкаф, кондер, москитные сетки. Вот они, светильники, большая кровать, полотенца большие, маленькие. Санузел. Вот он. Москитные сетки и еще одна ванна. В общем, классный вариант. Вы здесь будете жить на транспорте, правда, конечно. Транспорт надо иметь. Отлично будете здесь жить. Здесь очень хороший уровень. Пойдемте дойдем до бассейна. Я закончу. Thank you. Значит, что хорошего, здесь есть и лондри сервис, то есть вы можете постираться, чтобы заплатить денежку, постираться. Не надо никуда ехать, не надо этого головника. Конкретно у этой виллы есть своя парковочка. Очень такое место здесь непроездное. То есть вы заехали и все, здесь сидите. Здесь нет какой-то дороги, нет какой-то движни. Бассейн. Видите, душ. Душ сделан. Два душа тут. Бассейн красивый. Просто приходите, здесь душа поет. Радуется. Очень красивое место. Еще из плюсов. Я замерил скорость интернета. Если говорить вот про виллу 22, то там где-то 12 на 8. А вот здесь вот уже там под 40 там, на скачку, 30 на выкачку. Ну, то есть очень хороший Wi-Fi. Вот, кстати, роутер. Он находится на террасе виллы номер 14. Ну, где-то еще здесь она. Это здесь еще один роутер есть. И к тому же здесь еще есть фитнес-зал. Вот он, простой такой. Ничего тут сверхъестественного нет. Я даже не знаю, будете ли вы им пользоваться, потому что в жару, если здесь кондеры делать, работать не будут. Но это так, как бы неюзабельный, в общем, фитнес-зал. Парковки есть здесь. И вон там парковочка. Дальше туда, если подниматься. Так, и на что еще стоит обратить внимание? Это вот на вот эту машину. Я говорю, а для чего она у вас? Ну вот, говорит, мы можем, в принципе, довести до пляжа там, за символическую, там, за 50, там, за 100 бат. То есть, ну, это не такси, как, знаете, вызываете на Саму или на Пангане, которая стоит на 500 бат. Так что удобно. Касаемо лондри сервиса, вот как он выглядит. Приходите сюда. Вот он. Три стиралки. Можно стираться здесь. Платно. Скорее всего, платно. Я уточню момент. И вот у нас ресторан. Очень здорово.
Так, по поводу расположения, очень хорошее расположение. Можно и до пляжа доехать минут за 10, можно и до Танцалы. Там еще за 5 минут доехать, купить все необходимое в гипермаркетах. В общем, место классное, рекомендую. С вами был Лев, с компанией Balsamay. Пока.